наше производство, оно производство ручной работы изделий из войлока. Мы покупаем наше местное сырье из Тарасского Пош и, обрабатывая ее, получаем собственный войлок. Иногда смешиваем, значит, тонкий войлок и с другими натуральными тканями, как шелк, хлопчатобумажная ткань. Работаем мы уже с 2002 года, в принципе, инициировали возрождение войлока в Аляне. Мастерская первая была открыта в Алмате в 2004 году. И на ее базе в 2011 году я организовала компанию, которая называется «Игульлайн» под одноименным брендом. Этот бренд уже запатентован, и мы выезжаем на выставки не только по Казахстану, но и за рубеж, в страны Европы, США, Китай. У нас не фабрика, у нас еще мастерская по производству изделий из войлока находится в городе Алматы. Вот, мы планируем расширение и мечтаем построить свою собственную фабрику. И сейчас мы получили землю при поддержке акимата города Алматы в индустриальной зоне Алатауского района. И надеемся, со следующего года начнем уже закладывать первые камни строительства нашей фабрики. Я считаю, это очень хорошее начало. Сам глава государства, поддерживая вот, производителей отечественной продукции, призвал всех одевать казахстанское все. И не только одеваться, можно и кушать казахстанское, использовать в быту казахстанское производство. И я считаю, тем самым мы поддержим не только отечественных производителей, но и увеличим, скажем, усилим экономику нашей страны. Казахстанская. Именно с этого мы сегодня стартуем и абсолютно ко всем обращаемся, друзья. Переходите от импортного производителя к нашему отечественному. Ведь наше производство сейчас на подъеме, и каждый найдет для себя то или иное применение.